А в Павлодаре прошли соревнования по дуатлону, которые посвятили 25-летию независимости Казахстана. В забеге на 25 километров приняли участие около 400 человек, не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане. Правда, для этого необходимо было пройти медосмотр. Стартовали марафонцы по улице Торайгырова. 10 километров дистанции они пробежали, остальные 15 проехали на велосипеде. Маршрут пролегал мимо памятников культуры и знаковых мест города. Завершили соревнования у театра имени Аймаутова. По словам организаторов, самому молодому участнику нынешнего дуатлона 18 лет. Такое мероприятие впервые происходит у нас. Но я думаю, оно станет символическим и будет проводиться ежегодно. И будет привлекаться более массовое количество людей. В рамках 25-летия независимости нашей страны, в рамках поддержки программы главы нашего государства «Здоровый образ жизни» пробежал дистанцию. На всей дистанции жители нашего региона поддерживали нас аплодисментами. Кто-то даже вставал, бежал.